закончил пересаживать из самодельных шестирамочников кормушечки пчелок. Вот что у меня получилось. Как бы, конечно, они бесятся. Вот. Ну, взятка нету. Вот где это воск с медом. Так, это у нас получилось коховская 74-я линия. Это 53-я бонгардовская. Крышки потом сниму, что ли, одену. Так, здесь у нас тоже 53-я. Так. 53 18, здесь 53 18. Вот этот водок справа, конечно, они поблуждают сейчас маленько-то, ну ничего. Так, это у нас отводок был с апидомика на три рамки, в деревяшке он бы не выжил. Так, это у нас 74 18 18 год от Коха F1. Ну, конечно, тут. Так, ну ладно, пойду сейчас кормушки ставить.